Сейчас посмотрим. Аккуратно велосипедисты. Да. Так, друзья, сейчас находимся в Юрмале. И если нам правильно сказали, то вот это вот как бы главная улица этого города. Йомас Йела называется. Йела — это по-латышски улица. Йомас — это, наверное, чье-то имя, какой-то известный человек должен быть. Скорее всего. Культурный дом. Дом культуры. Это дом культуры, вон тот получается, да? А погода у нас не лучшая, конечно. Осень есть осень, как ни крути. На улице уже не тепло. Осени, конечно, есть свои прелести. Все очень красиво, цветочки эти. Золотая пора и все такое, но единственное, что напрягает, это то, что холодно. И при том уже холодно так, несмотря на то, что такая трава зеленая, холодно уже, как будто бы зима наступает. Здесь у нас вот здесь у нас разборы происходят. Ага. Да. Все равно. Че? Кулаками пошли. Да. Называется латышская борьба. Да. Уличный файт. Уличная. Серьезная проблема. Нет, все, драки не будет. Драки так много. Чуть-чуть помахали ручками, и все нормально. Вот такая вот Юрмала, друзья. Что ж, пойдем дальше. Кстати, улица длинная это оказывается. Ага. Облезлая. Узбекистан ресторан. Ага. Узбекистан. Вот можно, кстати, в Узбекистан сходить. А вот тут латвийский этот бальзам продается, известный. Который раньше во всем Союзе продавался, был знаменит такой. Сейчас не знаю, настолько он знаменит или нет, но если вы слышали, что такое латышский бальзам, такого темно-коричневого цвета бутылка, и в нем какое-то вещество, вроде алкогольное точно. Не знаю, бальзам называется. Какая-то ярмарка, здесь сувениры, магазинчики. Малинку. Малину, да. Малинки. Ягоды продают. О, смотри, сколько этих разных баночки. Вот эти, видишь? Калина от всех болезней. Вот, пожалуйста. Сейчас пармаду. Калина. Что за мед? Это летний. Ну что летний? Хотите попробовать самое вкусное в мире, чтобы знать, что такое вкус? С удовольствием попробовал. Я же вижу, вы 3 дня не еду. Да? Попробуйте, хоть будете знать, поеду. Друзья, человек определил сразу, что я 3 дня не ел, видите? Ну да, смотри, еле на ногах стоит. Да, ветром уносит. Кулак боевой. Кулак боевой. Ага. Сейчас посмотрим. А это что вообще? Это отравляющее вещество. Я вас уверяю, если вы проглотите, даю гарантию, через 100 лет вас не будет. Через 100 лет не будет все-таки, да? Да. Но она не острая совсем. Это грибная икра, да, вот этот ряд? Ага. А вот это еще одно отравляющее все. Так. Сейчас накушаетесь и пойдете. Чуть-чуть. Поверните вот так. Вот сюда. Нет, не так, наоборот. Во. Выровняйте, блин. Дырку сделайте. Дырка. Да, чуть-чуть, не надо много. На вас вообще двоечник, наверное, был. Да, колышник. Я тогда еще не жила, когда он двоечник был. Двойка была лучшая моя оценка. Кстати, да-да, вот это поприкольнее. А это соленые грибочки. То есть это все грибочки у нас? Это все грибочки. Я надеюсь, они
галлюциногенный. Дети, вам тоже дам попробовать. Не, не надо, я не хочу. Не, ребенок такой не ест, не, и опасно. Вот можете маленькую взять на пробу. То есть это получается все, тут нету сладкого, да? Или есть сладкое? Калина? Все вот это сладкое. А, вот это все сладкое. Вот это питание для иммунной системы. Это кроме того, что калина вообще палочка-мурчалочка сильная, потому что быстродействующее эффективное средство. Угу. Очень широкий спектр по болезни. Ну, вот вы ее серьезно сразу давит на иммунную систему, заставляет прыскать антитела. То есть кушать. Именно вот это, да? Или вот это? Какая вот из них? Это питание для иммунной системы, витамины, микроэлементы, плюс мощные антиоксиданты, которые очищают организм. От еды, добавок, от всяких. Сколько стоит такая баночка? Вот начиная с 3 лата. Это 3 лата, да, стоит? Правильно? А это сколько? 1000. 1000 лат? Да. Да, надо брать за 1000. Друзья, как вы видите, вот такой вот бизнес в городе Юрмала проходит. Маленькая баночка стоит 3 лата, внизу водичка. Да, это стоит 1000 лат. Да, ой, сюда. Да не, она не стоит 1000 лат. Так, уже все, мы проглотили то, что... Теперь за это заплатите. Теперь пошел процесс. Процесс пошел. Сейчас будет вставлять уже. Ну, что, отойти на несколько... Дайте мне вашу руку, я вам благословлю. Дайте, Дима, я старовер из города Армении. Дай вам вот счастье. Улыбайтесь. Чем больше человек улыбается, 60 лет назад в горах Армении, бабка мне сказала. Чем больше человек улыбается, тем дольше живет и, главное, не болеет. Испытал на себе. Живу один в лесу, уже более 10 лет. Бабка здесь, сыночку воспитывает. Вы один в лесу живете? Да. Я две пачки сигарет почти в день, да? 70 скоро. Ничего мне не берет. Иммунная система стоит насмерть, и психологический стержень тоже насмерть стоит. Супер. А как зовут вас? Я каждый день практически гуляю по лесу, хожу за грибами. Виктор, очень приятно, Виктор. Хожу за грибами, гуляю каждый день по 2-3 часа по лесу. А лес дает силу, энергию молодые люди. Так что вы живете где-нибудь там, каком-нибудь мегаполисе. Это ничего хорошего человека. Да, да. Живи. Приезжайте ко мне в лес, и будет все хорошо. Мы приедем.